Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами канал «Сельская жизнь» и я, Юля. Сегодня хочу вам предложить приготовить вместе со мной вот такой вот салат из капусты быстрого приготовления. Готовится он несложно, и он очень вкусный. Но сразу хочу вас предупредить, что этот салат готовится не на зиму. Хранится он всего один месяц, то есть в течение месяца вы должны его скушать, чтобы он у вас не закис. Получается он очень вкусный, пикантный, хрустящий, с такой небольшой остринкой от уксуса, но не сильно острый. Для этого нам потребуется 2 килограмма капусты, 400 грамм болгарского перца, 400 грамм моркови и 400 грамм репчатого лука. Капусту мы должны нашинковать, морковку натереть на крупной терке, перчик порезать соломкой, лук полукольцами или четвертинками полуколец. Остальные ингредиенты можете посмотреть в описании. Ну что ж, приступаем готовить. Так, овощи мы порезали. Теперь нам нужно соединить это все вместе и перемешать. Так, я смешала все овощи. Теперь сюда мы добавляем 120 грамм сахарного песка. Дальше. 2 столовые ложки соли без горки, вровень. Так. Дальше 200 миллилитров 9% уксуса. И 200 миллилитров подсолнечного масла. Все, больше никаких специй сюда добавлять не нужно. Теперь мы снова это все хорошо перемешиваем. И оставляем это на 1 час. Только нужно постоянно помешивать, ну хотя бы минут через 15 за этот час. Вот 4 раза перемешать вот так вот все. Чтобы наши все наши овощи пропитались нашим маринадом. Все накрываем крышкой или полотенцем и оставляем на 1 час. Так, капуста у нас простояла целый час. Я ее помешивала, ну, раза 3, наверное, мешала. Так, теперь перемешиваем и раскладываем по баночкам. По чуть-чуть утрамбовываем, не сильно плотно, но нужно немного утрамбовать ее. Теперь закрываем капроновыми крышками. Убираем в холодильник, и через сутки такой салат можно будет уже кушать. Еще раз напомню, что салат хранится не дольше месяца, поэтому старайтесь скушать его, чтобы он у вас не закис. Он всю зиму не хранится. Ну что ж, если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал.
До новых встреч. Всем пока.